блоком памяти компьютер. Удивительная вещь. Но подумайте вы, люди, такой в каждом из нас есть. Человека создавая, в него память Бог вложил. Помнил он о древе рая, перед тем, как согрешил. Человека создавая, в него память Бог вложил. Помнил он о древе рая, перед тем, как согрешил. Позже о горах Едема часто вспоминал Адам, и, возможно, вместе с Евой говорил своим детям. С поколением в поколение память пишет свой рассказ. Может быть, что через время кто-то вспомнит и о нас. С поколения в поколение память пишет свой рассказ. Может быть, что через время кто-то вспомнит и о нас. Словно в прошлое прожектор, иногда вдруг вспомним мы, как спасал с любовью некто нас от власти сатаны. Но порой так стыдно вспомнить то, что было без Христа, пустотою не наполнить опустевшие сердца. Но порой нам стыдно вспомнить то, что было без Христа, пустотою не наполнить опустевшие сердца. И когда мы вспоминали об источнике любви, то прощение получали, пролитай Христа крови. Память, данная нам Богом, удивительная вещь. Помни, мало или много, она ведь в каждом есть. Память, данная нам Богом, удивительная вещь. Помни, мало или много, но она ведь в каждом есть. Обо всем она напомнит, когда кончим путь земной. Счастлив, кто о добром вспомнит и войдет в Христа покой. Но пока мы на дороге, будем помнить каждый час. Искушений жизни много, Бог верно ждет от нас. Но пока мы на дороге, будем помнить каждый час. Искушений в жизни много, а Бог верно ждет от нас.